Всем привет! Компания «Утро 24/7». Меня зовут Герасименко Юля. В сегодняшнем видео поговорим с вами про отель «Пирамида Шарм-эль-Шейх Резорт 5 звезд», который находится на первой береговой линии в бухте Шаркс Бэй. В отеле 861 номер. У них есть Connecting Room, Family Room, стандарты и премиум. Что касается стандартов, это маленькие номера, 24 квадратных метров, которые имеют вид на сад, на бассейн, либо же на море. Максимальное размещение там 2 плюс 2, либо 3 плюс 1, там будет одна большая полноценная кровать, либо две раздельных, и есть возможность доставить два дополнительных места. Это не раскладушка, а полноценные кровати будут на колесах. Что касается номеров премиум, то же самое, 24 квадратных метра, но они уже реновированные, то есть они уже поновее, они уже посвежее, точно так же туда можно будет доставить дополнительную кровать. Вот. Как попасть в такой номер премиум? Если вы изначально забронировали стандарт, то при заезде в этот отель вы спокойно за $10 в сутки поменяете номер со стандарта на премиум. На территории отеля 3 бассейна, все они подогреваются, и один из этих бассейн с маленьким аквапарком. 3 захода в море у них, 2 это понтон коралловый заход и один большой песчаный заход. Я на видео это все вам покажу. Понтон у них 20 метров и 2 понтона 20 метров и они оба пластиковые. 5 баров, бар на пляже, бар у бассейна, это понятно все лобби-бар, да. Возьмем бар на пляже. Там есть у них в обеденное время закуски. У бара, у бассейна у них с 13:30 выдают пиццу, а с 2 часов дня мороженое. Один главный ресторан, работающий по системе «Все включено», шведский стол. И 4 а-ля-карт ресторана. Но бесплатных 3, 4 будет за дополнительную плату. Вы можете посетить один раз бесплатно от 7 ночей. Это азиатский а-ля-карт, индийский, либо же итальянский. По предварительной резервации на ресепшене. Резервация необходима, потому что количество мест в а-ля-карте ограничено. Сейчас мы смотрим с вами номер стандарт, который имеет вид на море, на территорию. Значит, по комплектации номера сейф, чайный набор, вода. Это то, что пополняется каждый день. Мини-бар пустой, его там не будет. Халаты, тапочки под запрос. Это был номер с косметическим ремонтом, который находится в главном корпусе. Мы с вами прогуляемся по территории и плавненько перейдем к просмотру номера с премиум. Это уже отреновированный номер, более уютный. Я вам хочу сказать, что территория этого отеля очень большая, очень зеленая, ухоженная. И мне очень понравился, у них есть один большой бассейн полностью с морской волной. Он очень большой. Вот как раз он у меня по правую руку. Посмотрите на размеры этого бассейна. Номер премиум мы с вами смотрим, он уже реновированный, как бы чуть-чуть получше стандарта, я бы сказала. И премиум корпус у них находится ближе к морю. Еще важная информация, ребят, для колясок, для людей с ограниченными возможностями этот отель не стоит рассматривать. У них нету пологого спуска, он каскадный. Если с детской коляской вы еще сможете поместиться в шаттл-бас, то я думаю, с людьми с ограниченными возможностями это будет не очень удобно. И как правило, номеров ближе к морю у них вот с таким вот хорошим спуском к пляже, ну нет, их не будет, там не проедет ни одна коляска. Также в этом отеле есть еще виллы, но они пока на реновации. Виллы это самые первые корпуса от пляжа, прям через маленький променад, и вы уже у себя
в номере, очень удобно. Но они еще закрыты, их обещают открыть в скором времени. По комплектации номера все то же самое. Чайный набор и вода пополняются каждый день. Халаты и тапочки под запрос. Мини-бар пустой. Мы специально не поехали на автобусе, а пошли пешком. Здесь ездят шаттл-басы от ресепшена и прям к пляжу. Там есть своя автобусная остановка. Я хочу вам специально показать, сколько здесь ступенек, чтобы вы понимали. Их особо немного, но занимает как бы пройтись на пляж от ресепшена нормальным шагом, ну, 5-7 минут, не больше. Но с коляской, конечно, это будет очень сложно сделать. Что касается анимации. Анимация здесь есть. Здесь есть анимация утренняя, есть вечернее шоу, взрослые, есть мини-диско, есть детский клуб, с которым занимаются аниматоры с детишками, где вы можете оставить ребенка и спокойно пойти там покупаться, допустим, да. Что касается интернета, интернет здесь только на ресепшене, больше его нигде нет. За дополнительную плату вам могут подключить высокоскоростной интернет, который будет у вас в номере. Плату нужно узнавать этот день в день на ресепшене. Что касается по заселению, заселение здесь, как и у всех, в 2 часа, выезд в 12. Браслеты вам одевают в 10 утра, сразу после завтрака, и срезают их по выезду в 12 часов. Продление номера возможно за дополнительную плату, если есть такая возможность, у отеля есть свободные номера. Также какая-то плата мы узнаем тоже на ресепшене, потому что каждый день меняется, все зависит от курса доллара, от категории номера, которого вы выбрали, и, естественно, от заполняемости отеля. Также у них есть тренажерный зал абсолютно бесплатный, если у вас есть специальная обувь, и спа-центр, который будет полностью за дополнительную плату. Так как я говорила ранее, что у отеля очень классный пляж. У него 3 захода в море. 2 это с понтона, с коралловым рифом, и 1 полноценный песчаный. Но к этому заходу нужно будет чуть-чуть пройтись, минут 5. Вот где я нахожусь сейчас на видео, там с левой стороны есть маленький, ну, порт, не порт, там приплывает корабль. И вот недалеко от этого корабля, я дальше на видео это все вам покажу, там есть полноценный песчаный заход, где вы можете дойти до глубины. Вот такой вот заход у нас с понтона, где у нас открывается красивый живой коралловый риф. Рядышком с понтоном есть, конечно же, лагунки с песчаным заходом для деток. Как бы что возле этого понтона есть, что дальше возле понтона есть. Людей много, люди купаются. В момент съемки этого видео это было где-то примерно 3-5 декабря. То есть спокойно в этот отель можно ехать.
С левой стороны я вам сейчас показываю виллы, которые у них на реновации. Не стоит забывать, что как только они приведут их в порядок, цена у этого отеля вырастет как бы в два раза. Вот. Я вам показываю дорогу на полностью песчаный пляж, где полноценный заход. Он абсолютно доступен всем, он открыт, нет никаких доплат, ничего. Захотели сегодня скупнуться на песчаном заходе, просто пошли и спокойненько себе там прилегли, отдыхаем, купаемся, делаем все, что нам захочется. Там тоже оборудованы есть зонтики, есть шезлонги, но туда приплывает корабль. Вот именно песчаный заход рядышком вот с тем вот корабликом. Что касается совсем остальных, в принципе, у этого отеля нареканий никаких нет. Тем более у них идет реновация номеров, они продолжают их делать. По питанию здесь все нормально. Место расположения отеля достаточно удобное, красивый коралловый риф, плюс есть песчаный заход, а это очень-очень важно. Вот, поэтому смотрите, выбирайте, бронируйте. С вами была Юля. Всем пока!